Фирма «Дельфин» ООО – это яркая жемчужина Черноморского побережья, открывающая дверь в волшебный мир фауны. На Черноморском побережье у нас представлено два дельфинария. Это дельфинарий в Архипо-Осиповке и дельфинарий в поселке Большой Утрич, где животные содержатся в естественных условиях обитания. Нам очень приятно рассказать, что в этом году дельфинарию в поселке Большой Утрич исполняется 25 лет. В дельфинариях артисты, а это дельфины Афалины, белухи, морские котики и львы, круглый год радуют выступлениями и детей, и взрослых. Здесь также можно поплавать с дельфинами и сделать фото на память. Восторг от посещений и незабываемые впечатления гарантированы. Этот год также юбилейный для нашего зоопарка, парка живой природы Додо. В этом году зоопарку исполняется 10 лет. А наш зоопарк – это прекрасное место, где вы можете провести время с детьми, всей семьей. Здесь шикарная природа, очень довольны обитатели. И в нашем зоопарке очень часто проводится много тематических мероприятий. Как, например, в этом году мы приглашаем вас 1 апреля на Международный день птиц. Верблюды, кенгуру, лошади, экзотические птицы, сурикаты, обезьяны и многие другие обитатели всегда рады посетителям. Одно из новшеств – большой комплекс лемуров. За жизнью этих симпатичных пушистых зверей, кажется, можно наблюдать целый день. Урок доброты и любви к ближнему – так можно назвать посещение этих волшебных уголков природы. Адреса мы подскажем. Анапский дельфинарий расположен в поселке Большой Утриж, Архипо-Осиповский дельфинарий в Архипо-Осиповке на улице Школьная, а парк живой природы Додо в станице Натухаевская, улица Курганная, 103.